Всем привет! Мы приехали в Джанхот. Сразу скажу, заехали сюда на платную стоянку. Стоянка стоит 150 рублей без ограничения времени. Постепенно идем к набережной. Да. Нет, там, наверное, палочка какая-то. Продуктовый. Кафе, гостиница, наверное, какая-то, большое помещение. Не знаю, что видно, что не видно. Очень солнышко светит ярко. Посмотрите, как красиво. Такие сосны высокие. Вообще сюда ехали тоже здесь. Дорога живописная, горы, море. Пойдемте к морю. Подошли к пляжу. Пляж делит вот причал пополам. Мы пошли налево. Налево. Сюда на пляж. Людей много. Здесь вот такая какая-то речушка сюда впадает. На пляже очень красиво, людей много. Пляж в этом поселке небольшой, но людей, не знаю, очень много. На пляже написано, температура воды 20 градусов, температура воздуха 30. Ну и, в принципе, наверное, тут особо больше нечего снимать. Всем пока-пока, а мы переодеваемся и пошли купаться.